всем гостям и зрителям моего канала огромнейший привет из Англии. С вами я, Светлана. Сегодня готовим экзотический салат из курицы с манго и авокадо. Изысканный и очень вкусный. Этот салат можно назвать блюдом правильного питания. Салат выглядит изысканным, свежим и красочным, поэтому сразу пробуждает аппетит. Блюдо отличается необычным и интересным сочетанием вкусов и текстур. Оригинальная заправка и миндальный орех выносят дополнительные пикантные оттенки. Ингредиенты, которые нам понадобятся. 2 куриные грудинки средних размеров, свежайший хрустящий салат ромэн, 1 манго, 1 авокадо, средний огурец, 1 красный лук, 100-150 грамм черри, помидор, 2 чайных ложки оливкового масла, пол чайной ложки чесночной соли, пучок кинзы, обжаренный миндаль 30 грамм, черный перец по вкусу. Для медовой заправки нам понадобится 3 столовых ложки оливкового масла, сок половины лимона, 1 чайная ложка дижонской горчицы, 1 чайная ложка меда, 1 зубчик чеснока и соль, черный перец по вкусу. Берем куриную грудинку, разрезаем ее вдоль пополам. С обоих сторон посыпаем чесночной солью. Солим и добавляем перец. В разогретую сковороду вливаем 2 чайные ложки оливкового масла, выкладываем куриную грудинку и обжариваем ее с двух сторон 3-4 минуты. Готовое куриное филе оставляем до остывания. Помытый салат ромэн разрезаем пополам. Убираем основание. Еще раз разрезаем на 4 части. И мелко нарезаем. Нарезанный салат выкладываем в удобную посуду. Кубиками нарезаем манго. Таким же способом нарезаем авокадо. Тонко режем красный лук. Свежий огурец режем полукольцами. Черри томата я разрезаю напополам, самые маленькие оставляю целыми. Куриное филе нарезаем тонкой соломкой. Готовим нашу пикантную, изысканную медовую заправку. 3 столовых ложки оливкового масла. Добавляем сок лимона, мелко нарубленный чеснок, горчицу, мед. И все ингредиенты хорошо перемешиваем. В салат ромэн выкладываем курицу, манго, огурец, черри томата, авокадо, лук, мелко рубленная кинза. Добавляем миндальный орех. Наш изысканный салатик поливаем пикантной заправкой. Аккуратно перемешиваем все ингредиенты и будем сервировать. Экзотический салат из курицы с манго и авокадо готов. Всем желаю приятного аппетита, прекрасного настроения. С вами была Светлана.